Вижу, что слышно. Я вас приветствую. Ну, в общем, кто встает рано утром по выходным, у того бизнес без будильников и без начальников. Давайте просыпаться. Сегодня вебинары веду с вами я. Сегодня у нас по утрам, как вы уже, наверное, успели привыкнуть, вебинар на тему источники доходов, виды доходов. В нашем бизнес-проекте в обед у нас стиль и вечером успешный старт для новичка. Ну, у кого обед, я вам, честно говоря, завидую, потому что у нас сейчас 9 часов утра, и встать на вебинар было достаточно сложно в выходной день. Меня зовут Анна Черна, я в звании золотой исполнительный директор, лидер команды «Эксперт карьера». Наша команда вот уже более 5 лет работает в интернете, и вы видите нас в социальных сетях, вы видите наши достижения, вы видите наших лидеров, которые уже с нами зарабатывают. И уверена, что вы пришли к нам для того, чтобы научиться зарабатывать и зарабатывать как можно быстрее. Сегодня мы будем говорить о маленьких деньгах, сегодня мы будем говорить о больших деньгах. Вы выбираете, за какими деньгами вы пришли. Уверена, что большинство посетителей сегодняшнего вебинара пришли за большими деньгами, но, тем не менее, мы просто не можем не проинформировать вас о том, что здесь есть и быстрые, и небольшие деньги. В первую очередь, это, конечно же, скидка. Каждый зарегистрированный в компании имеет сразу же, в первую же секунду, скидку 20% на всю продукцию, независимо от суммы заказа. То есть здесь в нашей компании нет гарантии, нет какого-то минимального заказа. С первой же гривны, с первого же рубля заказа вы имеете скидку 20% от цены, которая представлена в каталоге. Кроме этого, различные программы, которые предусмотрены для начинающих партнеров, это стартовая программа, это бизнес-класс, это премьер-клуб. Более подробно вы можете ознакомиться, если вас эта тема интересует, ознакомиться в разделе «Бизнес», программы для консультантов, посмотрите, там достаточно много предложений различных и с интересными подарками. Это могут быть скидки дополнительные, это могут быть, может быть какая-то косметика, и кроме этого, это может быть какая-то, какие-то подарки, которые на следующем слайде у меня представлены. Да, это аксессуары, сумки, электроника, бытовая техника. Этих акций достаточно много, и они меняются с очень их много, и они очень быстро меняются, и чтобы следить за этими акциями, вы можете отслеживать раздел новости. Я сейчас не могу сказать, да, какая сейчас действует акция. В Украине, знаю, действует акция активности, можно получить подарок тушь. В России действует акция выгода в кубе. Можно получить скидку на наборы косметики. Если какая-то акция запускается, мы об этом узнаем с раздела новости в нашем личном кабинете. Вы информацию не пропустите. Главное, заходите почаще в личный кабинет и отслеживайте эту информацию. Либо же, вы, если вы находитесь в наших чатах, вы там тоже эту информацию не пропустите. Это то, что касалось небольших бонусов, таких дополнительных бонусов. На самом деле мы пригласили вас зарабатывать совершенно другие деньги, на совершенно другие возможности. И это возможность зарабатывать комиссию созданного группового товарооборота. Каким образом это выглядит? То есть всем мы с вами являемся потребителями продукции нашей компании. Наша компания нам говорит, пригласи таких же лояльных покупателей, которые будут точно так же, как и ты, потреблять продукцию, и получай 10% от их покупок. То есть если мы пригласили 10 покупателей, которые сделали закупку на 1000 рублей, 10 таких человек на 10%, то наша выгода составит 1000 рублей. А следующий шаг,
научи своих партнеров приглашать точно так же, как и ты, то есть каждый из ваших 10 партнеров пригласил еще по 10 человек, в вашей организации уже 1000 человек в команде, по 1000 рублей каждый сделал покупку, ваша выгода составляет 5%. 5%, то есть это уже 5000 рублей. 100 человек в вашей организации каждый пригласил по 10, у вас уже 1000 человек в команде, и ваш доход 50 тысяч рублей. 10 тысяч в команде, ваш доход уже 500 000 составляет. И так далее. Здесь нет ограничений, ни по глубине, ни по сумме покупок, ни по количеству приглашенных. То есть здесь мы должны понимать, что чем больше мы пригласили партнеров в свою команду, чем лучше их научили, да, повторять нас, чтобы не приглашать самим 1000 человек, проще научить своих 10 партнеров делать то же самое, что делаем мы. Здесь нет ограничений по сумме покупки. То есть чем больше пригласили, чем больше покупок сделал каждый из нас, тем больше доход. Как это все выглядит, как это все учитывается? Каждому продукту присваивается определенное количество баллов. Наша компания, она международная, мы с вами можем развивать бизнес тоже международный. Мы можем приглашать людей, партнеров свою команду из 42 стран. Для того, чтобы учитывать всю эту систему, в компании предусмотрена условная единица, это балл-бонус. Каждому продукту присваивается определенное количество баллов. Вы когда делаете, размещаете заказ, когда размещают заказы ваши партнеры, каждый в своем личном кабинете, вы видите, сколько баллов набрал ваш заказ. Все баллы по вашей организации, вот видите, на этой схемке, независимо от глубины, независимо от того, вы пригласили этого партнера, или его пригласил кто-то из ваших партнеров, все баллы считаются вам, и согласно этих баллов вам платится процент комиссии. То есть чем больше баллов набрала ваша организация, тем больше процент комиссии вы получили. Если это 3 человека, которые сделали заказ на 50 баллов, а ваш групповой товарооборот составил 150 баллов, и ваш процент комиссии 3%. Если это 3 человека, которые сделали заказ на 200 баллов, ваш групповой товарооборот составил 600 баллов, и ваш процент комиссии 6%. То есть здесь понятно, я думаю, что вопросов не должно возникать. То есть чем больше людей в вашей организации, тем больше заказы размещаются, тем больше ваш товарооборот групповой, больше процент комиссии и, соответственно, больше доход. Для того, чтобы мы с вами строили структуру один раз и на всю жизнь, я думаю, что мы пришли в этот бизнес именно за этим, вы пришли, уверена, тоже за тем, чтобы поработать один раз и обеспечить себя на всю жизнь, и чтобы ваша организация была стабильная, мы будем с вами строить структуру особым образом, то есть не подписывая всех партнеров под себя, а выстраивая так называемые цепочки группы. Первую группу вы будете строить вместе с вышестоящими наставниками совместно. Вы и ваши партнеры, которые присоединяются, ваши верхние тоже вместе с вами строят первую группу. Первого новичка подписали под себя, второго под первого, третьего под второго. Из ваших партнеров, которые уже подписаны, включаются в работу вместе с вами, продолжают эту группу строить. В определенный момент, когда в этой группе уже есть активные партнеры, которые заменяют вашу активность, то есть вы видите, что в принципе эта группа уже развивается без вашего участия, в ней есть активные люди, которые эту группу продолжают и регистрируют туда людей, вы эту группу оставляете, начинаете по такому же принципу строить вторую группу. Потом третью, четвертую, пятую. Здесь нет ограничений по количеству групп. Чем больше групп вы построили, тем больше денег заработали. Какая выгода? Саморазвивающиеся группы. То есть вам не надо постоянно в эту группу регистрировать.
для того, чтобы она росла, да, вам не надо постоянно держать ее на контроле. Один раз допустили, вам понадобится для того, чтобы запустить группу от месяца там, до полугода, зависит от того, насколько вы активно включились в работу, естественно, и насколько активно вы туда регистрируете людей. Мы ставим себе планку регистрировать одного новичка в группу каждый день. Если у вас получается это делать, то вы группу быстро запустите, и она у вас быстро станет самостоятельной. По такому же принципу каждый из ваших партнеров строит точно так же и себе группы. Вы отпустили группу, пошли строить вторую, потом следующий активный партнер, когда он увидит, что... Под ним есть уже активные, которые продолжают эту группу, отпускают эту группу, строят вторую и так далее. То есть каждый из наших партнеров делает, повторяет нас, дублицирует. Чем больше группы выстроили, тем больше доход заработали. Я уже это сказала, это наглядно видно еще на этом слайде. То есть две группы – это ваш уровень золотой директор, три группы – это старший золотой директор, 4 группы сапфировый, 6 групп бриллиантовый и так далее. На этом лестница успеха не заканчивается, вы можете посмотреть подробно в личном кабинете. С каждой выстроенной группой мы с вами еще получаем бонусы, да, премии. За две выстроенные группы золотой бонус, золотая премия $2000, за три группы 3000, за 4 – 4, за 6 – 6. Премия единоразовая, выплачивается она в национальной валюте по курсу Центробанка, то есть зафиксированы премии именно в долларах, независимо от того, растет курс доллара и насколько быстро он растет, мы с вами получаем актуальную, всегда актуальную премию. То есть если, допустим, в Украине еще 3 года назад эта премия 2000 долларов, это было всего лишь 16 тысяч гривен, то сейчас это более 50 тысяч гривен. Еще раз, премии в нашей компании зафиксированы в долларах, выплачиваются в национальной валюте по курсу на день выплаты. То есть, да, премии у нас актуальны и подтягиваются за ростом валюты. Каким образом мы с вами получаем процент комиссии? Мы уже сказали, что мы выращиваем группы. Чем больше групп вырастили, тем больше заработали. Нам компания платит разницу в процентах. Если вы находитесь на уровне 22%, под вами выстроено несколько групп, по мере запуска, да, ту группу, которую вы раньше выстроили, она находится на более высоком уровне, например, 18%, следующая группа на 15%, на 12% и новая группа на 3%. Мы с вами получаем разницу в процентах. Если вы находитесь на уровне 22%, то с группы, которая у вас на 18%, мы получаем 4%, а с группы, которая на 3%, получаем 19% с созданного этой группой товарооборота. Не надо обманываться размером процентов, потому что в абсолютных величинах, да, именно в денежных величинах, это достаточно большие деньги, потому что группа, которая на 18%, она создает больше товарооборота, соответственно, с большего товарооборота платится процент комиссии. Если брать в денежном выражении, то на 18% это 5000 баллов. 5000 баллов это примерно 50 тысяч гривен, либо 150 тысяч рублей. 4% с этой суммы вы зарабатываете. Либо же 150 баллов, да, 3% группа набирает, 150 баллов в ней товарооборот, это 1500 гривен, либо же 4500 рублей, да, если брать, что 1 балл стоит 30 рублей примерно, и 19% с этой суммы, есть большая разница, да, либо 4% 150 тысяч рублей, либо 19% с
4000 рублей, а где больше, да, где больше, очевидно, что больше процент мы зарабатываем с группы, которая набирает больше товарооборот. Независимо от того, что сумма процента у нас с нее платится меньше. Если вы заинтересованы разобраться в маркетинг-плане, конечно, мы с вами сейчас за полчаса не окунемся в подробности маркетинг-плана. Вы можете запросить либо у спонсора, либо скачать личного кабинета маркетинг-план в текстовом варианте, либо же запросить записи вебинаров, которые у нас ведутся исключительно заточены под маркетинг-план. И мы там полтора часа разбираем особенности начисления объемной скидки, как вот у меня на одном слайде. Еще раз. Чтобы разобраться в маркетинг-плане, запросите сейчас после вебинара у своего наставника маркетинг-план в текстовом варианте и маркетинг-план запись вебинара. Разберитесь, это вам будет намного понятнее, как этот бизнес делается, какие выгоды это несет. Так, это пятый вид начисления. Пятый вид дохода, мы с вами проговорили скидки, выгоды от программы, которые действуют для консультантов, программы активности, программы рекрутирования, дополнительные подарки, электронные гаджеты, либо деньги. Это премии за получение звания, это начисление группового товарооборота, комиссии за группового товарооборота. Кроме этого, в компании регулярно запускаются различные ситуационные лидерские акции для менеджеров, то есть для тех, кто уже вышел на уровень 9-12%. Для менеджеров в компании есть, вот сейчас, по-моему, закончилась акция «Верни свой турборост». В Украине продолжает действовать акция «Клуб рекрутирования». Благодаря этим, выполняя условия этих акций, можно заработать дополнительное вознаграждение, которое составляет от 9 тысяч рублей до 18 тысяч рублей. Если это Россия в Украине, это дополнительный процент комиссии с группового товарооборота. Так, дальше. Мы с вами на предыдущем слайде проговорили о том, что мы зарабатываем разницу в процентах. И, возможно, у вас возник вопрос, что происходит, если группа выходит на 22%. В этом случае у вас нет разницы, вы на 22 и ваша группа на 22. Разницы нет, разница равна нулю. Это не значит, что все с этого момента мы с этой группой ничего не зарабатываем. Нет, с этого момента с этой группой зарабатываем пожизненный процент комиссии, независимо от того, насколько большой товарооборот эта группа создает. А мы с вами понимаем, да, что если группа саморазвивающаяся, в ней есть активные партнеры, которые продолжают рекрутировать и продолжают приглашать новых потребителей в свою команду, соответственно, группа растет, количество людей в ней увеличивается, увеличивается товарооборот и увеличивается ваш процент с этой группы. Имеется в виду ваша сумма дохода с этой группы, потому что процент он остается одинаковым, 5%. Но сумма дохода, соответственно, растет. Чем больше вы групп выстроили, тем больше доход получили. Есть разница, получать либо 5% с одной группы, либо же 5% с 6 групп. Да? То есть это 6 раз больше доход, 6 раз больше товарооборот и 6 раз больше зарплата. Еще один плюс, который есть в нашей компании, это пассивный доход. Что это значит? Вам не придется всю жизнь рекрутировать, вам не придется всю жизнь поддерживать активность вашей команды, не придется всю жизнь работать. С того момента, как вы выстроили две группы и больше, если вас, вы хотите расти дальше, вы, соответственно, можете и дальше растить группы, но минимум две группы, и у вас уже включается пассивный доход. То есть наша компания не предъявляет никаких требований к вашей активности, если у вас выстроено две группы. В этом случае доход платится всегда. Ваша задача эти группы держать
ваши эти группы держать. Но если вы правильно запустили группу, если она у вас выстроена на бизнес-партнерах, а не просто на потребителях, то есть у меня есть активные партнеры, которые этот бизнес строят, то это ваша группа, они держатся по умолчанию. Помните, да, пригласили партнеров, которые эту группу продолжают, соответственно, они растут, развивают свой бизнес, развивают и ваш. Две группы таких выстроено, и вы золотой директор с пассивным доходом. Компания не предъявляет требований по активности, вы можете не рекрутировать, вы можете быть так, на так называемой пенсии, но доход вы получаете всегда. Это огромный плюс, и ради этого мы в этот бизнес и пришли, потому что думаю, что мало найдется людей, которые хотели бы поддерживать активность своего бизнеса до самого последнего дня своей жизни. Потому что жизнь, она непредсказуемая. Сегодня ты здоров, у тебя все хорошо, завтра ты не знаешь, что может случиться, но наша компания нас в этом случае страхует, и мы получаем доход в любом случае, даже если не проявляем активность и не работаем дальше. Если вам мало денег на золотом директоре, то есть выстроенных двух группах, вы выстраиваете третью, четвертую, пятую, шестую, на любой позиции выше уровня золотого директора есть этот пассивный доход. Еще раз, если вам мало денег на золотом директоре, вы строите третью, четвертую, пятую, шестую, десятую, и 106, 105 группу. Это не значит, что если на золотом директоре есть пассивный доход, то на этой позиции надо остановиться. Нет, конечно же. Мы с вами сказали, чем больше групп вы построили, тем больше доход получили. Если вам мало, вы выстраиваете другую. Но вы всегда будете знать, что у вас есть так называемая финансовая подушка безопасности, на которую вы можете опереться, и на которую вы всегда можете рассчитывать. Какой пассивный доход зарабатывают наши золотые директора? Вы попросите у спонсора, ставьте себе галочку, да, попросите у спонсора взять видеоролик, который записывала летом, и показывала, какой доход получают наши золотые директора, которые уже не работают и находятся на пенсии. Да. Вы можете такую группу «Чистый золотой директор» выстроить под кого-то из своих ближайших родственников. Да? Вы можете выстроить, допустим, под мужа золотого директора, две веточки ему построить, и он всегда будет у вас получать пассивный доход. Вы можете под родителей такие две группы построить. Вы можете под детей построить и обеспечить их приданным. Да? Ну, должны понимать, что детей мы можем регистрировать с 14 лет, то есть если у вас уже есть такие взрослые дети, вы можете их зарегистрировать, построить под ними две группы, и они всегда у вас будут обеспечены при деньгах. И у вас будет доход, и у ваших детей будет доход. Либо же вы можете построить такие группы кому-то из ваших родителей, и они всегда будут у вас получать такой доход пассивный от компании, от нашей компании. Чем больше групп вы построили, тем больше бонусы глубины, тем большее количество бонусов глубины вам доступны. Мы проговорили о бонусе, директорском бонусе 5% с выстроенных групп. А еще у нас есть золотые бонусы, сапфировые, бриллиантовые, дважды бриллиантовые исполнительные бонусы. Каждый бонус добавляется по мере выращивания групп. Если у вас одна группа, вам доступен только директорский бонус. Если вы выстроили две группы, и вы находитесь на уровне золотой директор, вам доступен еще и золотой бонус. Это еще 2% плюсом к тем 5, которые вы уже зарабатываете. Если вы выстроили 4 группы, вам доступен еще сапфировый бонус глубины. Это еще 0,5%. Бриллиантовый бонус, если у вас 6 групп,
20 бриллиантов, если вы 10 труб выстроили, и исполнительный бонус, если вы выстроили 12 труб. Учитывая тот факт, что мы строим структуру в глубину, то достаточно большие бонусы у нас выплачиваются с глубины, и поэтому поставьте себе задачу обязательно все бонусы в компании заработать. Для этого необходимо выстроить 12 групп. То есть на двух группах мы не останавливаемся, потому что с двух групп начинается только все самое интересное. Директорский бонус начисляется с первой линии, то есть тех непосредственно ваши первые директора, независимо от того, в какой глубине не подписаны. То есть частый вопрос новичков звучит следующим образом. А что делать, если я подписала под себя в первую линию человека, а он неактивный? Это что? Значит, я никогда не буду получать директорский бонус, потому что этот человек неактивный, и, соответственно, его товарооборот составляет ноль. Нет, директорский бонус мы получаем с первого директора в этой цепочке, которую вы строите. Этот первый директор, он может быть и в 10 уровне, или в 20 уровне. То есть это тот человек, который выстроил больше, чем одну группу под собой. Это ваш первый директор. Вот видите, цепочки подписаны лидеры, они уже все на 22%, но у них разный товарооборот, если вам видно. Это все скрины из маркетинг-плана, вы можете пролистать маркетинг-план и подробнее изучили этот момент. То здесь есть лидеры, у которых 6 тысяч групповой товарооборот, 12, есть Надежда, у которой всего лишь 1000 баллов групповой товарооборот, и Петр, у которого две ветки быстро на золотой директор. То есть директорский бонус с первой линии, золотой бонус со второй линии и ниже до первого получателя золотого бонуса. Мы с вами зарабатываем эти бонусы. Сапфировый директор, вот 4 группы выстроены под, он в нашем примере, видите, непосредственно от вас должны эти группы идти. И вам доступен сапфировый бонус 0,5% еще. Не надо обманываться небольшими процентами. На самом деле в деньгах это очень большие деньги, потому что большое количество групп в глубине вырастает. Видите, директорский бонус, хоть он и больше, чем сапфировый, но он начисляется всего лишь 4 групп, а сапфировый бонус 0,5% начисляется, наверное, здесь, не знаю, сколько, наверное, 20 кружочков здесь обозначено, то есть 20 директорских групп. Золотой бонус с 6 директорских групп начисляется. Бонусы начисляются со всей глубины до первого получателя такого бонуса. Вот я хочу показать доход на уровне сапфирового директора. То есть это наши лидеры, которые уже выстроили 4 группы. Их доход составляет 55 тысяч гривен в месяц. Ну, в моем случае здесь на слайде суммы пересчитаны в месяц, потому что мы наше общество привыкло осознавать уровень дохода именно помесячно. Но вы знаете, что мы зарабатываем один раз в 3 недели. То есть наш отчетный период – это каталожный период. И каждый раз, когда заканчивается каталог 3 недели, нам начисляет компания наш доход. 17 зарплат в году, 17 каталогов, 17 зарплат в году мы зарабатываем. 4 группы, уровень сапфирового директора, это доход в месяц 55 тысяч гривен, либо 175 тысяч рублей. 4 группы выстроили. Не одномоментно, это могут быть группы выстроены в течение 2 лет или 3 лет, все зависит от активности каждого из нас, потому что группы мы эти строим каждый у себя самостоятельно.
Но даже если вы выйдете на этот доход через 1,5-2 года, и думаю, что это достаточно весомое достижение в жизни, достаточно хороший доход для того, чтобы потратить на бизнес, на построение бизнеса 2 года своей жизни. Если сравнивать с наемной работой, то для того, чтобы заработать пенсию, да, необходимо работать 40 лет, и ну, потом пенсия какая, сами знаете. Не буду об этом говорить и углубляться в эти элементарные вещи. Думаю, каждый из тех, кто находится сейчас на вебинаре, или кто будет смотреть записи, в принципе, взрослый человек и способен осознать и взвесить в своей реальности все возможности, которые у него есть. Либо ходить на работу за ту зарплату, которая платится сейчас без возможностей каких-либо перспектив, и понимать, что на эту работу надо ходить минимум 40 лет, либо же запустить и развить свой бизнес и получать доход, который получают уже получают наши лидеры, потому что это не теория, мы уже 5 лет этот бизнес ведем, и уже, наверное, 6 лет этот бизнес ведем, и у нас уже есть лидеры, которые получают эти деньги. Их достаточно много. Вот они. Банкет директоров России. Здесь видно по сумме премии, сколько групп каждый из этих лидеров вырастил. 8 тысяч долларов – это 8 групп у Луны Сухоруковой. Есть по 4 тысячи, по 1000, 2 тысячи. То есть это достижения, которые были сделаны за один год. То есть банкет директоров у нас проводится один раз в год, и чествуются все достижения, которые за этот год были лидерами достигнуты. Да? Такая тавтология получилась. Следующий год, следующее достижение чествуется. То есть это результаты, которые были достигнуты за один год нашими партнерами, нашими лидерами. Кто-то 4 группы вырастил, кто-то 1, кто-то 3, кто-то 8 на данный момент. И, соответственно, получил премию. Суммы премий от 1000 долларов до 1 миллиона долларов наши лидеры видели, получают. Потом на следующий год вы подращиваете еще одну группу или еще 2 группы и получаете новые премии, достигаете новых званий. У нас есть лидеры, которые уже получили премии 30 тысяч долларов. Это я, да, лидеры, которые вышли на уровень старшего бриллианта, получили 8 бриллианты, у нас есть по 6 тысяч долларов, сапфиры и огромное количество золотых и просто директоров. Кроме этого, в нашей компании есть еще возможность путешествовать, если вам интересны не только деньги, но и путешествия, то вы в правильном месте. Путешествия бесплатные. Наша с вами задача выполнить квалификацию на это путешествие, то есть 2 группы вырастили, и вы уже квалифицировались на золотую конференцию. В прошлом году у нас золотая конференция проходила в Анталии и на Кипре. В следующем году это будет круиз. В 2018 году нам еще не объявили, думаю, что объявят на бриллиантовой конференции, будем знать, куда мы летим в 2018 году. Это золотые конференции. Кроме этого, есть еще бриллиантовые конференции и исполнительные конференции. Для того, чтобы квалифицироваться на бриллиантовую конференцию, необходимо быть бриллиантовым директором. То есть это 6 групп вырастить. Исполнительно это 12 групп и уровень исполнительного директора. То есть минимум три путешествия в году, если вы вырастили 12 групп. Чем выше уровень, чем выше группу вырастили, тем выше уровень конференции, тем она дороже. Если золотые директора у нас летали в Анталию, да, и на Кипр, то бриллиантовые директора у нас летят в Майами, буквально вот через неделю.
буквально вот следующее воскресенье мы уже будем там. Все, опять же, все бесплатно, наша задача добраться до самолета. Дальше мы попадаем в руки сопровождающих, нас сопровождают на самолет, нас встречают с самолета, нас на трансферах доставляют в отель. В отеле предусмотрена стойка конференции, вы всегда можете подойти, какие вас интересуют моменты, узнать, все это организовано, то есть вы там не просто в разброты и шатания, каждый сам себе предоставлен. Есть программа конференции, вы можете зайти на мою страничку ВКонтакте, я выложила как раз скрины программы конференции, которая у нас будет в Майами, это всегда организовано, это и экскурсии, это различные мероприятия, бизнес-встречи, это гала-ужины, это приветственные вечеринки. То есть это не значит, что вас вывезли на неделю в Майами, и вы там сидите от, с утра до вечера, слушаете какие-то нудные лекции. Нет, это больше похоже на, как, на какое-то развлечение. Конечно же, там есть и... свободное время вы предоставлены сами себе. То есть, если вам интересно, зайдите на мою страничку ВКонтакте, и она вам, ссылка на эту страничку пришла в рассылке, и посмотрите, полистайте фотографии, там есть программа конференции, очень интересно. Всегда мы программу эту ждем с большим нетерпением, потому что это всегда очень любопытно, что там нам компания приготовила, какие интересные развлечения и мероприятия. И всегда подарки, да? Казалось бы, бриллиантовые директора уже могут и сами себе любой подарок, какой они там хотят купить, но компания всегда удивляет. И на каждой конференции есть какие-то, предусмотрены какие-то подарки, это всегда очень приятно и очень любопытно, что там компания приготовила, какие подарки. То есть вы каждый год, выстроив две группы, шесть групп, ну, лучше шесть, конечно же, путешествуете с компанией. Вот лично я была вот с 2013 года, как я закрыла уровень бриллиантового директора, золотого и бриллиантового сразу, вы вот и путешествие за, буквально за 3-4 года, Париж, Кейптаун, круизы, Сингапуры, Испания, Валенсия была, арабские страны арабского мира, то есть, и всегда это очень, на очень высоком уровне. Если это Сингапур, то это самая дорогущая самый дорогущий отель этого города. Да? Если это Анталия, то это самый дорогущий отель вообще в Анталии, в Турции, вообще в Европе. Это был Мардан Палас. Ну, уровень компания повышает конкретно, уровень жизни. И мы с девчонками вернулись из Анталии, да, с этого отеля, и первая мысль, которая нас посетила, как же теперь жить после такой роскоши, потому что, побывав в такой роскоши, ты уже на меньшее не соглашаешься, и это здорово, понимаешь, что ты можешь заработать еще, и еще здесь нет ограничений в доходе, есть ограничения только вот тут, в наших головах, что мы себе придумали, что мы себе, какие установки мы себе поставили, то в жизни и получили. Если есть установка в голове, что надо было начинать раньше, то, ну, представьте, если бы такая установка была в головах наших лидеров. Вот сейчас я покажу их. Вот это те лидеры, которые пришли кто-то год назад, кто-то два года назад в этот бизнес, кто-то три года назад, но они не пришли в этот бизнес там, 20 лет назад. Они вот пришли совсем недавно, и представьте, если бы в головах, на тот момент, когда они пришли, наша компания уже развивалась достаточно активно, и представьте, если бы в головах была бы установка, надо было начинать раньше. Как вы думаете, они бы сейчас были на том месте, и был бы у них тот уровень жизни, который у них сейчас есть, как вы думаете? Как вы думаете, если бы у меня 5 лет назад была установка в голове, надо было начинать раньше, ведь уже делать нечего, все поделено, была бы я на том уровне, на котором сейчас есть?
Очевидно, что нет, да, поэтому вот вы должны понимать, все, что у нас вот тут в головах, все эти установки, которые есть у нас в головах, они мешают только нам самим. Независимо от того, какая есть установка конкретно в этой голове, бизнес этот будет развиваться, независимо от того, активны мы участники этого процесса, этого бизнеса, или же мы просто стоим в стороне, наблюдая, сделал себе установку, что поздно начинать, надо было начинать раньше. Точно так же придут через 5 лет люди в бизнес, да, новые бизнес-партнеры, придут через 10 лет и сделают результаты покруче, чем делаем сейчас мы. Если здесь установка, что это не работает, то она мешает только вам. Если здесь установка, надо было начать раньше, она мешает только вам. Если здесь установка, что я не буду делать этот бизнес, потому что здесь надо потреблять продукцию, да, покупать продукцию, то она мешает только вам, потому что все мы являемся потребителями продукции. Но кто-то потребляет и покупает каждый месяц зубную пасту и при этом тратит свой бюджет, а кто-то потребляет, покупает зубную пасту каждый месяц, покупает там шампунь для душа, все то, что необходимо в семью, все то, что необходимо нашему окружению, но при этом зарабатывает. Это наши лидеры, российская и казахстанская команда в Сочи. Здесь золотые директора и менеджеры, которые квалифицировались. Кроме этого, в компании еще есть автомобильная программа. Если у вас стоит цель иметь в семье автомобиль, то вы здесь можете его получить бесплатно. Автомобильная программа, выполняя условия этой программы, получаете дополнительно 9 тысяч рублей, если это Россия, а дополнительно 9 тысяч рублей, которые вы можете тратить на обслуживание и на выплату своего автомобиля. С уровня бриллиантовый директор Volvo в лизинг. Что значит лизинг? Если вы растете и выполняете условия квалификации на автопрограмму, то этот лизинг платит за вас компания. Достаточно простые условия выполнения условий этой автопрограммы, достаточно подращивать всего лишь одну группу в год для того, чтобы этот автомобиль вам был бесплатно, и через 3 года этот автомобиль переходит в вашу собственность. 3 года закончилось, автомобиль, собственно, получили, вы можете участвовать в следующей автомобильной программе, если она действует на тот момент. Бриллиантовые директора получают у нас автомобиль Volvo S60, исполнительные директора автомобиль уровня не ниже Volvo S90. Если вам Volvo бренд никак не улыбается, то вы можете взять любую другую машину уровня не ниже. То есть это может быть BMW, Audi, но вы должны любую другую марку, но обязательно люкс уровня. Единственный момент, если вы берете дорогущую какую-то автомашину, да, то разницу в цене вы доплачиваете сами. То есть компания вам дает сумму, которая эквивалентна стоимости Volvo S60. Все, что вы там себе наворотили свыше этой стоимости, это вы все доплачиваете самостоятельно. То есть нельзя там быть шибко умными и взять какую-то машину, которая в 3 раза стоит дороже Volvo S60, и ждать, что компания будет носить эту сумму. Нет, эквивалент стоимости Volvo S60, все остальное выше вы уже сами платите. Но бриллиантовая команда получает S60, исполнительно S90. Тоже на 3 года лизинг, вы приращивая одну группу в год, этот автомобиль вам достается бесплатно. Через 3 года переходит в вашу собственность. И вы можете принимать участие в следующей автомобильной программе. То есть у вас может быть не один автомобиль, может быть 2, 3 и больше. Да, автомобильная программа есть не в каждой сетевой компании, а в нашей компании это есть. Это действительно круто. Вот. Ну и
кроме того, что мы с вами пользуемся продукцией, да, так пользуется продукцией вообще все население наших стран, согласитесь. Нет человека, который не чистит утром зубы, нет человека, который не моет голову, не моется, нет человека, который не бреется, да, если это мужчина, нет человека, который бы не накрасил хотя бы какой-то каким-то бальзамом губы, либо не помазал руки кремом для рук. Да? Нет человека такого в нашем обществе. Но есть люди, которые тратят только на это деньги из своего бюджета, а есть люди, которые на этом зарабатывают. Мы относим себя ко второй категории. Мы зарабатываем, пользуемся продукцией, зарабатываем, приглашаем других делать то же самое. Получаем премии, получаем доход за это. Различные подарки по акциям, которые компания регулярно устраивает. Мы получаем доход с товарооборота, получаем премии за выращивание групп, получаем путешествия 3 раза в год и получаем автомобильную программу. Кроме того, мы получаем совершенно другой уровень жизни, другого качества жизни и наполненную событиями. Это различные мероприятия, банкеты директоров на уровне страны, да, на уровне государства. Это банкеты менеджеров на региональном уровне. То есть каждый филиал, к которому вы относитесь, организовывает, вернее, такие мероприятия 2 или 3 раза в год. Такие мероприятия есть. Как правило, это перед Новым годом и где-то весной, летом. То есть, плюс еще различные выездные мероприятия, каждый филиал тоже устраивает примерно 1 раз в год, может быть 2 раза в год. То есть жизнь наполнена этими всеми мероприятиями, и если раньше, вот на моем примере, да, если раньше для меня праздниками были день рождения, Новый год, 8 марта, то сейчас эти праздники отошли на второй план, потому что очень много праздников в жизни совершенно другого плана. Банкеты директоров, эти все региональные банкеты менеджеров, то есть очень много мероприятий, которые наполняют красками жизнь и делают жизнь более интересной и насыщенной. То есть, если вы просто пришли за деньгами, вы их получите. Если вы пришли не просто за деньгами, а вы еще хотите совершенно другой уровень жизни, то здесь это тоже есть. Если вы хотите путешествия, автомобили, то они здесь тоже есть, кроме того, что здесь есть еще и деньги. Это весь обзор. Сегодня мы с вами еще встречаемся через несколько часов на вебинаре по стилю жизни. Я больше расскажу о том, что именно я получила от этого бизнеса. И еще раз мы поговорим о сути бизнеса, поэтому приходите, приглашайте ваших новичков. Всегда помните, если на обучении находитесь вы, растет бизнес вашего спонсора. Если на обучении находится ваша команда, ваши партнеры, тогда растет ваш бизнес. Старайтесь, чтобы ваши партнеры посещали наше обучение. Это даст им больше понимания, что мы здесь делаем, потому что это новая профессия, и в двух словах ее не объяснить, да, в двух словах ее не познать. Это то же самое, что научиться стричь, как профессионал, почитав одну статью или же посетив какой-то курс, который длится 1 час. Думаю, что мало людей, которые смогут научиться стричь профессионально и вообще как-либо хотя бы, да, просто послушав 1 час какую-то лекцию. Привыкайте к тому, что это новая профессия, она многогранная, она в себе включает и умение понимать себя, умение понимать людей, и психологию, и планирование, и бизнес какие-то навыки. То есть здесь очень, она очень многогранна, и нам с вами надо будет все это изучить, все это, всему этому научиться, все эти навыки освоить. Без обучения, без посещения обучения эти навыки сами с собой не прилипнут к нам. Приходите обязательно, будем вместе учиться. Обучение у нас бесплатное, пользуйтесь этим. В интернете очень много обучения, которое предоставляется за деньги.
Мы не рекомендуем это обучение посещать, потому что у нас все то же самое дается бесплатно для наших команд. Вы можете учиться как личностному и лидерскому росту, так и навыкам ведения бизнеса в интернет. Все, мы с вами встретимся через несколько часов. Приходите.